А Барселона подтвердила звание сильнейшей футбольной команды Испании. Каталонцы дома побили Севилью и стали обладателями Суперкубка Испании уже в 12-й раз за свою историю. Таким образом, сине-гранатовые обновили рекорд своей страны. Этот матч был домашним для Барсы. Дважды отличился турецкий полузащитник Арда Туран. Первый мяч он забил с передачи Лео Месси уже на 10-й минуте, а затем упрочил преимущество хозяев в самом начале второго тайма. Изящно перебросил мяч через вратаря, и Барселона впереди уже на 2 гола. А еще через 10 минут Лео окончательно похоронил шансы Севильи. Итог 3-1 в ответном матче и 5-0 с учетом первой встречи. Тренер каталонцев Луис Энрике сразу заявил, он особенно горд тем, что его команда за 2 матча ни разу не пропустила. Вообще, эта встреча в своем роде уникальна. Дело в том, что Суперкубок Испании разыгрывает обладатель просто Кубка Испании и победитель национального чемпионата. Но в этом году это одна команда – Барселона. Поэтому каталонцы играли с другим финалистом Кубка и в итоге собрали все возможные для Испании трофеи сезона.